8 марта. Сколько всего навезли. Ах, цикламены какие. Красавицы. Ананасик маленький. Такой. Ананасик. Сколько же он стоит? Ананасик этот. Цена не указана. Вот он. Маленький такой. Ананасик. Цены нет. Интересный такой цветок, как на названии. Сейчас. Название. Насекомоядный микс. Без рубля 1000 рублей. Вот такой. Интересно. Такого не видела ни раз. Такое растение. Тоже насекомоядный. Как видите. Интересно. Такая вот она. Новиночки такие появились. Такой интересный цветок. Лист такой. Название. Вот она. Людмила. И не прочитаешь. 2399 такой цветок. Вот он. Интересный такой. Первый раз такой вижу цветок. Шкверка, верочка. Цветок. Это называется шасмин. Вот она. Вот она. Какой новинка какая. Камелия. Да? Красота. Жасмин. Называется такой. Можно его так, как венок невесты, заворачивать. Будет вот такой вот красивый. Цитрусов сколько растений. Еще 399. Формы разные. Сколько он? Цена. Это зелененький. Камелия. Камелия. Стоит 1089 рублей. Камелия. Сколько ее? $749. Интересно. Новиночек. Сейчас подойдем к нам. Новиночки. Знакомые.
родинки такие. Орхидеи полно всяких. Вот новинка появилась. Какие красные. Такие красавенькие. Сейчас вот этот горшочек сколько? 599 рублей. Яркий рассвет. Цена бегонии 349 рублей. Красота какая. Это эрика. Эрика розовая. Осенняя глиссада. Бледно розовые есть и розовые. Красивые. Вот это красота. И орхидеи микс. Маленькие такие. Называется орхидеи микс. Детки. Вот цена приличная, 429 рублей.